Всем привет! Вас приветствует канал Грац, и мы играем в Far Cry 5. Сейчас надо убрать метку. Нет. Квадроцикл. Хорошо быть облаком. Странные у тебя мысли, Эрик. Я в натуре. Отойди нахер. Свалил. Эй, привет. Эй, есть минутка? Да. Выживальщики давно были готовы к войне. Илай проследил, чтобы у нас повсюду были нычки. Пушки, патроны, все такое. Мало ли что случится, верно? Но так получается, что припасы нужны нам здесь, а не где-то в бункере. Не хватало еще, чтобы на них наткнулись эдемщики. В общем, ты нам очень поможешь, если достанешь припасы. Но загвоздка в том, что карты тайников у меня нет. Не спрашивай, почему. Безопасность, все дела. Возможно, у разведчика на вышке Джефферсона есть своя. Это на западе. Удачи. И береги себя. Это они, получается, делали всякие вот эти тайники выживальщиков, которые мы искали до этого. Якову это скажи, когда увидишь. Наверное, да. Но они же выживальщики. Мы берем над ними верх. Дружок, ты делаешь какую-то херню. Ну и делай. Нравится тебе. А, нет, подожди, где магазин? Мне надо винтовку поменять. Она до сих пор его пытает? Извините. Я рад, что ты с нами. Где магазин? Вон там магазин. Все, понял. Эрик, помчали. По-моему, он в бункере, нет? Летная погода. Так точно. Дай бог с ним. Так, и что же нам надо делать? Подготовка. Отслеживать, добраться до вышки. Хорошо, она давай. Она где-то близко. Ух ты. Эрик, не хочешь прокатиться еще раз? Эрик. По горам. Я готов. Застряли. Ладно, готов, готов. Борить со своими запасами глупо. Ограда. Летушка. Сюда мы не можем, наверное, вызвать свой самолет. Но здесь особо на самолете куда-то прям так перемещаться. Особо-то и некуда. Ну кому как, наверное. У каждого свой любимый транспорт передвижения. Кстати говоря, мне надо отлить. Подождешь. Немножко надо подождать. Кстати говоря. Больно. Будет больно. Не, ну ты видел? Да. Причем он VIP. Ого. Хорош. Спрятался. Ладно, больше. Ник разберется с ним. Ох, ты ж господи. О. Стоп, 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 стоп. Ладно. Повезло. Весьма. Надо выбраться. Хорош. Вот это у нас вездеховод. Угу. Ну, хорош. Мы Эрика не потеряли? Эрик? Нет. Нет. На удивление, он очень крепок. Магазин бегает. Но мы с тобой. Тут где-то враг. Он как раз там, куда мы едем. Нет. Они просто тебя здесь услышали. Здесь же свой. Да? Да, да, да. Меня слышно? Это Уитти. Если вышка рядом, забери карту.
Он нас сюда и отправил, так как... Слушай, крови что-то тут много. Угу. Я так думаю, здесь... И кровь еще такая в виде сердечка, посмотри вниз. Выбери себе какой-нибудь а? Идиот. Видишь, в виде сердечка. Вижу врага. Да ты глаз алмаз. Не стоит. Что? А тут все в кровище что-то и как-то. Мух полно. Да. Ну кровь. Ладненько. Хорошо. Это все? Доберитесь до хижины Рейтейла и Купера. Хорошо. Mm-hmm. Ого. Ого. Полетим на вертолете? Или так попробуем? Ворог. Ты враг? Нет, 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 нет. Не нет. А куда он ушел? Но... Она ушла. Да. Я думаю, это... Извини. Ну, чуть-чуть перепутал. Эрик, быстрее. Успел отлить или нет? Это уже... Не упади только. Это еще не постараться, кстати. Ну, тут недалеко. Ну да. Ох, какая тропка. Упс. Эй, надо поговорить. Да подожди ты. Куда ты побежал-то? Друг. Расскажи. Привет. Надо проведать Фрэнка. Я слышала, ему сейчас нелегко. Слышала тебе. Все, хорошо. Так, еще одно место выживальщика нашли, поэтому отлично. Я тут. Двинули. Кого? Да животное, наверное. Хорошо. Я думаю, что, скорее всего, какое-то животное. Ну, ничего страшного. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ну ничего. Он умер. Извини, Эрик. Ты был хорошим парнем, но тебе не повезло. Главное, он кричал, я еще жив, но у него ничего не получилось. Нет, но он продолжал падать дальше, дальше и дальше. Какой? Не, ну это было опасно. Ник с нами, все нормально. Уже рядом? Первая хижина. Да что ж ты это делаешь? Так. Я думаю, эти штуки надо уничтожить. Да. Маяк для волков? Он их призывал, наверное, да? Наверное. Они... А, ну так они же это... Блажу их пичкали. Они его так, видимо, призывали волков, они попадали в ловушку, и они их пичкали и гадостью. И блажью этой всякой. Живодеры. Они так стараются достигать своих целей. Ну, это я понимаю. Гады. Нет, не успел прошлый подходить. Это же свой? Нет, это не свой. Нет, нет. Нам надо найти тайник. Красавчик. Еще трое. Ой-ой-ой. Слушай, опасно взлетел, конечно. Сейф. Впереди сейф. Угу. Ты не ту кинул. А. Ух ты, денег, смотри. Так. Ничего, ничего, ничего. Нет. Один. Один где-то бегает. Журнальчик, да? Не, не вижу. Журнальчик.
Не вижу. Не нашел? Пока нет. Есть устройство. Когда ты подойдешь, на него среагирует рация. Он под землей, скорее всего. Не в хижинах же нычку делать. Это вот да. Негодяй. Да вообще. Погреб. Он ворог. Справа. Готов. А где же погреб? Хм. Что-то под землей. Это понятно. Внизу. А давай, может, к озеру спустимся или что это? Вон туда? Да. Вот негодяй-то. Вот живодеры. Да, прям целую в кучку. Нет тут ничего? Нет. Нет. У нас должна реагировать рация на это. Не, он говорит, что-то под землей. Ну это надо, может. Так. Сейчас посмотрим. Что это? Бейсбольные карточки. Может, подвал какой-нибудь? Где-то рядом. Угу. Птички поют. Готово. Ну, есть? Супер. Погнали дальше. Надо модифицировать пулемет. Когда доберемся до магазина, надо не забыть модифицировать пулемет. Угу. Слушай, Эрик нас там не ожил? Угу. Эрик! Вроде не писал сообщение, нет. Ух ты, 3 минуты. Она обычно быстро умирает и... Давай, Лиз. Одну, так второй, все правильно. Все, осталось нам посетить хижину Ред Тэлла. Слушай, жизнь вообще творишь адскую. Так, я подключился к камере. Тайник где-то рядом. Черт. В твою сторону идет патруль. Поторопись. Угу. Рядом. Так. Оповещает. Не то. Иду. Куда? Патруля много. Ух ты. Хорошо сидит. Зачетненько. Пора валить. Так давай. Аромат сектантов? Давайте нажмем их! Ладно, парень, я иду искать. Заметьте. Это наш шанс. Куда ты убежала? Нет, он не нас спалили, а ее. А, ее спалили. Куда ты сбежала? А, ну да, да, да. Так ушел, мимо шел. И умер. И умер, да. Ну, получи выстрел в голову. Обидно. Не, ну он не страдал. Я тебя выслежу, парень!
Зачем? Все никак? Может, рядом есть какая-нибудь яма? Ну, небольшой люк. 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 Да это все прекрасно, что я тут... Иду. О. Люк есть. Хорошо. Нашли. Тайник там на... Слушай, какой хороший бункер. Угу. Надо до конца их здесь убить, и тогда, я думаю, задание выполнится вроде как. Блин, последняя нычка. Слушай, ты там рядом. Не дай святошам забрать наши припасы. А, еще одна. Доберитесь до хижины Кэстрилла. Блин, 600. И все не ближний путь. Ну да, весьма. Отлично. Посмотри, сколько бутылок. Тут вообще такое бухалово стояло. Знатная гулянка была. Вообще Лист, кошмар. Садись, предшественник, конечно, твой. Ух ты, как хорошо садишься. Поехали. Лиз, жива. Не, Эрика мы, может, еще могли бы спасти, но он продолжал падать и все-таки не выдержал. Я еще живу. Да, и умер. Слушай, долго передержаться, 3 минуты. Ну что? Что? Это же такие приключения, ничего. Представляешь, что же Ник такой целыми днями подрулирует с тобой. У него там беременная жена, да, там. А ты просто, он целыми сутками летает по нему, блин. Ну ничего. Блин. Mm. Ну, долго, конечно. Друг. А, спасибо. Ох, извини. Держи. Подруга. Кого? Что ты дала мне? Не знаю. Подожди. Пленников. Их еще очень много, помощник. Освобождай всех, на кого наткнешься. Давай поговорим. Нельзя позволить сектантам уводить хороших людей. Выживальщикам нужны припасы. Я как раз видела свалку. Там есть много чего полезного. Надо добраться туда раньше, чем эдемщики. Хорошо. Так, нам надо за гору. Угу. Люблю кататься. С ветерком. Сейчас покатаемся, да. Что ты пойдешь следом за Эриком? Да ладно. Ну как так? Да ладно. Я даже сообщение, я даже не увидела, что типа Лиз больше не в строю. Ну. Ведь ничего не предвещало. Может, этот ее убил? Успел выстрелить? Это она. Она, даже она. Они друг друга убили. Да. И он. Ладно, хорошо. Давай другого возьмем. Фред, по-моему. Нет, Эрик. Эрик. Ты не устал еще? Да. Нет, это ж надо. Блин, Лиз, ну ты, конечно, даешь. Прости, пожалуйста. Хорошо, бегу. Быстрее, они же уйдут. Ого. Тебе надо за ними ехать. Это, конечно, все прекрасно. Но я один. Ник. Меняю позицию. Тихо, волк, где-то волк рядом. Они уезжают. Беги,
цель скрылась. Черт. Смотались-таки. Волк. Тебе надо было на них забить, короче, и ехать за теми. Что нам ценнее? Какой-то груз или заложник? Я хотел освободить заложника. Нам то и то надо. Да. Но я пытался. Но не свезло. Так, я тебя вижу. Стой. О, нет. Эти мудили обнесли бункер и сваливают. Скорей за ними. Верни наше добро. Ладно, не такие они. Быстрее, они же уйдут. Какой выстрел? О, дружок. Это хорошо. Ладно. Да ладно. Вот это управление. Угу. Эрик, стреляй. Он что? Что с ним? Не знаю. Обыщи его, обыщи его. Да? А, так его только одного? Да, он только один взял вроде как. Окей, этого хватит. Возвращайся в логово. Кто нашел, тот и забрал. А, телепортнись туда. Сейчас. Подожди, подожди. А, ты хочешь того спасти заложника? Там была заложница. Хорошо. Эрик, быстрее. Эрик, быстрее. Нас тут добрые дела. Добрые дела. Извиня, Люд. Где? Повсюду. А, то есть он нашел кусок сектантского дерьма? Да. Молодец какой. Эрик, молодец. Подруга, ты жива? Угу. А ведь все из-за тайника. Ну ты молодец. Давай рассказывай. Добраться бы на аэродром, взять самолет да смыться отсюда. Но там полно людей Иакова, мне не справиться. Хорошо. Слушай, ты только вот, спасибо, ты же в плену была. И о таких мелочах думаешь. Кто сгорел? Не знаю. Она, по-моему, сгорела. А, подожди. Там пленник? Угу. Там пленник. Как он там оказался? Нас никто не видит, помоги мне. Спасибо тебе. Спасибо. Чудеса. Ну дела. Все, вроде всех спасли. Здесь, да, осталось 4, я так понимаю, до выполнения какого-то задания. Квестовать, типа, спасти пленников именно в этом регионе. А у нас есть регион, но протяну максимальное количество. Тебе... Вернее, минимальное количество для того, чтобы, ну да, наверное, что-то получить. Ну, я думаю, что сейчас мы вот одного не... Чуть-чуть еще постреляем и вернемся сдавать задание. Ого, ого. Так. Так это вот они двое есть. Слушай, туда можно попасть? Я думаю, с базуки здесь попадать с гранатомета, конечно, это вообще не вариант. Меняю позицию. Эй, друг. Ты где? Где вертолет? Вон, он прям над тобой. Ладненько. Хорошо, идем.
покупаю. Да. Пунк. Вот, блин. Хорош? Тебе понравилось, Эрик? Думаю, да, оценил. 600 метров. Ну ладно, не будем испытывать судьбу. Вот. И отправимся. Так вот. Разве может быть слишком много патронов? Вряд ли. Кто-то должен написать книгу. Эрик. Походу пуля прошла мимо. Ты чё? Что? Ты с каждым днем хуже и хуже. Да, что с тобой происходит? Что случилось-то? Отойди. Да отойди. Ты чё? Они все в бою. Молодец, помощник. Здоров. Все. Эй, парень, блин. Слава богу, это добро больше не будет пылиться в бункере зазря. Ты нам очень помог. Не верится, что ты поймал тех парней. Я думал, они свалят. Не знаю, что ты... Жаль, что ты такой один. Иначе бы мы уже давно расправились с адамщиками. Спасибо еще раз. Эрик прослушал. Зал его еще допихнул. Подготовка. Да. Припасы из волчьего логова. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и пишите свое мнение относительно игры Far Cry 5. Всем пока.